можно обратиться? Спросить, когда на вас начнут права требовать? Ну что, у кого-то права требуют? Ну, там же вроде М-закон какой-то приняли, и он в действии, но сейчас нет программы со школах и тому подобное. Ну, пока еще ничего не известно. Вроде как говорили, что после мая, что ли, или июнь там, что-то будет более-менее. Вот. А на данный момент толком никто еще ничего сказать не может. Правильно, как я могу спрашивать у человека водительского удостоверения, если у него нет еще ни одной школы, правильно? То есть сейчас пока можно спокойно еще ездить? Пока ездить. Хорошо, спасибо.